Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького завітали юнаки та дівчата з метою навчитися реалізовувати власні проекти, шукати шляхи вирішення власних проблем. Серед них і учениця 4 класу Вікторія Криклива. Я хочу танцювати, рисувати, стати моделлю, певицею. Дівчина має багато мрій, але хоче навчитися серед них знаходити ключові бажання. Самообучающе учебне пространство. Що це таке? Это то пространство, где дети сами решают, чем они хотят заниматься. Працювати з юною за віком аудиторією згодилася київська тренерка з питань започаткування та розвитку власної справи, малого бізнесу, з питань організаційного розвитку, маркетингу і реклами. Надія Капаниця втілює проект в багатьох містах. Тепер справа дійшла й до Миколаєва. Пришло много детей, это очень здорово, потому что, знаете, как это не обязали кого-то прийти, что вы там точно по списку, а пришли те, кто захотел. Да? Задача вот этого нашего двухдневной работы как раз заключается в том, чтобы започатковать те дела, которые мы не бросим и которые мы будем делать в течение этого года. Вот это самое главное. То есть не просто вот так, знаете, посидели, порисовали, разошлись, а чтобы мы создали вот те проекты, которые мы будем вести. Проект безкоштовний та довгостроковий. Фінансова складова лягла на плечі партнерів – Міністерства іноземних справ Німеччини. Тому миколаївцям варто лише бажати навчатися. Заинтересовалась, если честно, просто предложением преподавателя в университете. А так как я хожу везде, куда мне предложат, почему нет? Пока что мне все нравится. Очень нравится то, что контингент возрастной, есть и маленький, и моего возраста ребята. Классно наблюдать за тем, как с этим справляются дети, которым 9-10 лет. Виявилося, що миколаївські тінейджери хочуть подорожувати, вивчати мови і вправно куховарити. Цілі намічено, справа за їх реалізацією. Вот все, что мы посмотрели, называется СУП. Это такая аббревиатура. Самоорганизующее учебное пространство. Ну, еще у вас есть такое понятие эффективные коммуникации, арт-терапия и драматерапия и родительский ликбез. Давайте в этой передаче, дорогие мои гости, все это дело расшифруем. И как можно более понятно донесем до зрителя. Пожалуйста, Янина. Добрый день. Попробую расшифровать и рассказать, что это такое. Мы создали клуб ответственных родителей. Ну, сказать, что создали, это громко, потому что то, что мы делали, то, что делала наша организация, это уже на протяжении 10 лет. Угу. Вот мы работаем вот в этих направлениях. Но в течение последних 4 месяцев мы просто сконцентрировали свою работу вот в так называемом клубе ответственных родителей. Угу. И у нас там работает 4 мастерских, вот... Одна из них – это самоорганизующееся учебное пространство, в котором работают дети. Вторая мастерская – это эффективные коммуникации. Мы пригласили в эту мастерскую специалистов, которые преподавали ораторское искусство. И в этой же мастерской у нас еще организовалась такая мини-мастерская – это вышивка, которую вел Никола Пунов. Вот скажите, пожалуйста, сколько человек у вас посещает все это? И кто они, эти дети? Какой возраст? Какой это ученики? Кто они? Вот сама в СУПе, это мы так условно... Суп, да. Да, да, пусть мы там, будет... Мы решили, да, мы решили варить вкусный суп. Так. Вот в этой мастерской у нас присутствовало до 20 детей. Угу. И дело в том, что подход здесь абсолютно другой. Не мы предлагали, а дети сами предлагали, что бы они хотели делать. И мы идем в этих мастерских, мы идем за детьми. Вот хотят они рисовать, значит, мы рисуем. Хотят они заниматься театральным искусством, мы идем за ними. То есть мы пытаемся научиться доверять детям. Это очень сложно, потому что у взрослых есть свой диктат. Мы привыкли, вот, что дети за нами идут. А здесь совершенно по-другому. Мы идем за детьми. Я хочу вас прервать. Знаете, для чего? Обычно в конце передачи говорят, а где вы находитесь, а где адрес? Вот давайте прямо сейчас скажите, где вы находитесь, какой адрес, чтобы люди знали, что туда можно прийти или привезти своих детей.
нас приютила, и мы давно уже сотрудничаем, мы партнеры, Центральная городская библиотека имени Крапивницкого. Угу. Вот именно в этой библиотеке и проходили эти занятия. К сожалению, там сейчас ремонт идет. Вы принесли сюда на передачу много сюжетов. Один мы уже увидели, а теперь тут что вы еще предложите? В общем, давайте посмотрим. Для того, чтобы выйти к ребенку, к больным детям, нужна еще какая-то сильная психологическая закалка. Угу. Вот, потому что сложно просто прийти, поиграть с ребенком, особенно если это онкогематология, то действительно люди, которые потом выходят после онкогематологии, они себя чувствуют очень сложно. Особенно это же дети должны это, этим заниматься, да? Совершенно верно. Мы одно пытаемся... дело взрослого, ему как тяжко, правда же? Конечно, да. И дело в том, что мы пытаемся больничную клоунаду вот уже последние 3 года запустить в Николаеве, но это очень сложно, потому что люди не выдерживают, клоуны, mm-hmm. больничные клоуны, они не выдерживают этой психологической нагрузки. Mm-hmm. Вот. К счастью, во всем мире это есть, а вот пока что на Украине это очень развивается, но очень медленно. Mm-hmm. И мы хотели бы, чтобы к нам пришли люди, которые... хотели бы отдать свое сердце детям. Вот это называется у вас это... арт-терапия? Нет. Это не арт-терапия, это другое. Это отдельная есть тема, больничная клоунада, которой обучаются люди в течение нескольких лет. Для того, чтобы потом прийти к ребенку и стать, ну вот не очень это принимают, но на самом деле больничный клоун на какое-то время должен стать рабом больного ребенка. Угу. Потому, объясню почему. Пообъясните. Суть в том, что дети, больные дети, особенно если это онкогематология, они выполняют, что фактически, они делают то, что им говорят. Врач говорит, принимает лекарства, мама пытается там о нем как-то, ну, заботиться. То есть ребенок постоянно в подчинении, у ребенка теряются силы к выживанию. А когда приходит больничный клоун, то фактически он становится, он выполняет желание этого ребенка. Что ты хочешь? А ведь случается так, что ребенок вообще уже ничего не хочет. И вот у клоуна задача возобновить вот это желание жить. Поэтому этому нужно учиться. Этому нужно учиться, и мы пытаемся внедрить, при малейшей возможности, внедрить вот эту больничную клоунаду в Николаеве. Но пока это очень сложно. Здесь нужны специальные люди со специальной подготовкой. Ну, ждем следующего сюжета. Показывайте, пожалуйста. Знайомтеся, Нікола Пунов, тренер майстерні арт-терапія. Вітаю усіх зацікавлених у українській вишивці, у відродженні свого коріння. Запрошую вас до клубу відповідальних батьків, де ви навчитесь на моїх майстер-класах старим забутим технікам української вишивки. Ласкаво просимо. Николай Лапунов – это режиссер театра «Кукол», и он к нам пришел с тем, чтобы поделиться то, что он умеет великолепно. Мы даже не ожидали, что молодой парень владеет вот такой техникой. Да. Человек, да. Вот, именно техникой вышивки. Он вышивает, да? Он вышивает. Что вы говорите? И дело в том, что это аутентичная вышивка украинская. Угу. Он не просто вышивает, он рассказывает историю каждого стежка, каждой мережки. То, о чем Украина уже забыла. Он даже рассказал, что, оказывается, крестиком начали вышивать в Украине 160 или 180 лет назад, всего-навсего. Вот. А до этого крестика в Украине не было. И вот у него группа, вы посмотрите, это женщины, в общем-то, уже из золотого возраста. Бабушки. Вот, бабушки. Ника – это любимый тренер в нашем клубе. Угу. Вот, и, к счастью, у нас продолжается эта мастерская,
К нам даже приходят мужчины. К нам забрел однажды в нашу мастерскую дагестанец. Вот мы как-то сначала очень испугались. Он такой был весь возбужденный. Он искал свою девушку. И вот я прихожу, он сидит и вышивает. Угу. Это было очень интересно, поэтому эта мастерская продолжается. По воскресеньям она будет работать в библиотеке Кропивницкого. Это очень интересно. Да, и у нас сейчас вот эта группа вышивает карту Украины. Вот так вот? Да, да. Это потом вы покажете? Да, мы, у нас там есть какие-то размеры, там да, что-то да, еще? Да, да, да. Можете это сказать, такое, да? Это полотно, вот женщины взяли, кто-то взял там Донецкую область, там своя вышивка, кто-то взял Николаевскую область, кто-то там Киевскую область. И вот мы собираем вот такой, это будет такой рушник, карта Украины. Ну, а теперь будем говорить, вот есть клуб Ителей. Ответственных ну, родителей. Это... Давайте ну, эту все, тему. Это все мастерские, вот клуб ответственных родителей, он объединяет все мастерские, о которых мы говорим сейчас. Знакомьтесь, Лариса Калинина, тренер мастерской арт-терапия и драматерапия. Здравствуйте, жители моего любимого, красивого, сказочного, незабываемого города. Я хочу вас пригласить на работу своей мастерской. Она называется «Мастерская по драматерапии и арт-терапии». Арс Лонга, Вита Бревис. Жизнь коротка, искусство вечно. Мы оставим с вами за порогом нашей мастерской все бытовые неурядицы и погрузимся в прекрасный мир искусства, рисования, танца, кино, театра. Выходя после моих занятий, вы будете позитивны, добры, красивый и креативный. Я вас жду. Приходите. Лариса, пожалуйста, вам слово. Ну, дело в том, что работа в клубе ответственных родителей строилась таким образом. Вначале это была мастерская по драматерапии и арт-терапии. То есть мы рисовали, мы искали какие-то проблемы в людях, мы эти проблемы как бы акцентировали, избавлялись от них. И постепенно у нас создавался коллектив людей, которые потом стали органичной частью театра «Арт-класс», и они включились, переходя уже в драматерапию, они включились в создание документального спектакля. Спектакля под названием «Услышь меня, мама». Это было рабочее название, но мы, когда начали работать, собирать интервью, обрабатывать, мы поняли, что тема мамы и дочери, или мамы и сына, она очень узкая. Есть еще тема отношений там, невестки и свекра, свекрови и зятя. То есть, очень, ну, то есть эта тема семьи, она отражена в этом спектакле, и я думала, что останется ну, человек пять. Вот удивительно, у нас их 16 актеров. То есть как бы я все хочу создать маленький спектакль, но люди приходят и рассказывают свои истории. Мало того, у нас два случая. В документальном театре нельзя играть свою историю, но у меня есть два случая вот в этом проекте, когда две участницы настояли на том, что они будут рассказывать людям именно свою историю. Не очень простые это истории. И вот они рассказывали эти истории, и потом очень благодарили, говорили о том, что рассказывая людям, ну на миру, да, как у нас говорили, эти истории, им становится легче, потому что они видят, что люди сочувствуют, понимают и подходят и рассказывают свои истории, которые касаются вот как бы этой темы. Очень интересным была работа над спектаклем. Дело в том, что каждая репетиция перерастала в работу малой группы терапевтической, потому что когда мы обсуждали одну историю, вот возвращаясь к больничным клоунам, у нас там есть история, когда девочка рассказывает, что она работает санитаркой, и там мальчик, который попросил ее, чтобы он до субботы не умер, потому что в субботу у мамы день рождения, а он там слепил какую-то поделку, хотел ей подарить. И вот начали рассказывать о том, что очень много пап уходит из семьи, если болеет ребенок. Начали говорить о том, что а почему вот в этой истории папы нет, а только мама. То есть мы выходили, и люди рассказывали свои истории, и на протяжении, там, допустим, вот этой работы происходили изменения внутренние. И мало того, когда мы отыграли спектакль, очень многие говорили, что все перевернулось внутри, а задача документального театра – выбить стул в привычном понимании у зрителя. Мы даже сделали так, акцент был такой, что начинались диалоги в зале, и зрителям нужно было поворачиваться. То есть они уже физически испытывали неудобства. Кто там говорит сзади, а говорит так, что это трогает за душу. И у меня две сестрички, у нас самая маленькая актриса Лиза,
Стоцкая, она учится в 5 классе, и старшая сестра привела ее в театр, и Лиза очень довольно успешно дебютировала. И вот подошла мама ее, да, вот клуб ответственных родителей, да, семья, ячейка, общество. И мама говорит: большое вам спасибо, потому что они не очень ладили с собой. А в процессе того, что та учит свою роль, та свою, они общаются, они советуются. То есть вот семья, она становится, знаете, вот более крепкой, когда человек рассказывает свою историю, в зале он видит понимание, и я попросила, у нас дискуссия всегда после спектакля в документальном театре идет дискуссия, попросила, что если вас там чего-то внутри взбудоражило, придите и позвоните своей нерадивой невестке, позвоните маме, с которой вы не разговариваете, зятю, с которым плохие отношения, и просто скажите: я тебя люблю. Так, это у нас это одна из сестричек, старшая Анастасия Стоцкая, вот она рассказывала свою историю о своих непростых отношениях с папой. Это история, это счастливая история женщины, у которой были очень хорошие бабушки. Это наша главная героиня, корреспондентка Светлана. Это мама двоих детей. И там история, что в самолете, когда она летела с маленьким ребенком, кому-то это не понравилось. Это история девочки, которую бьет мама. Вот это медсестра в поликлинике с онкобольным мальчиком, Аня, студентка педуниверситета. Это наша самая маленькая актриса Лиза. Она рассказывала историю про собаку. Собака, а собачонка, грязная, худая, с поджатым хвостом. Она подходила к каждому столику, смотрела на людей и тихонечко подскуливала. И вот она подошла к нашему столику, она посмотрела на меня, я посмотрела на маму и поставила тарелку с тортом собаке. Она вмиг съела угощение, вильнула хвостом и уже собиралась уходить, но напоследок решила еще раз лизнуть тарелку с тортом. И тут мама закончила разговаривать по телефону. Она начала на меня кричать, говорила то, что этот торт стоит так дорого, что я даже не представляю, насколько дорого. А я ответила, что ничего плохого не сделала, я всего лишь голодную собаку накормила. Мама почему-то погрустнела. Тихонечко сказала, мы бы и так никуда не опоздали. И я добавила, то что если вы с папой всегда-всегда будете на работе, то я стану такой же грязной и худой, как эта собака. И я куда-нибудь пойду, и меня обязательно кто-нибудь накормит. Есть у вас такое понятие документальный спектакль, да? Да, есть такое направление. Да, это интересное направление. Мы, в общем-то, постоянно вот мы в нашей организации экспериментируем. Мы привозим, во всяком случае, отслеживаем все, что происходит интересное в мире, в театральном искусстве. Вот. И вот мы в Николаев привезли и театр-форум, и документальный театр. Это очень интересно, и это дает свои плоды. Почему-то принято считать, что равнодушие – это плохо, что быть неравнодушным и отзывчивым – хорошо. Правда, при этом утверждении никто не задумывается, а для кого хорошо? Для себя или для того конкретного человека, по отношению к которому ты отзывчив? А сейчас я и проверю, равнодушны ли вы люди. Скажите, вы равнодушны? А вы? Неравнодушны. Вы неравнодушны? Представьте, вы возвращаетесь домой с очень тяжелой работы. Вам хочется поскорее лечь спать. И тут вы видите прохожего. Ему очень плохо. Наверное, он потерял сознание. От ваших действий может зависеть его жизнь. А кроме вас, рядом никого нет. Вы бы помогли? Обязательно. А вы? Вы бы помогли? Обязательно. Достойно. У вас, получается, в документальном спектакле сами детишки, прежде чем играть, а они могут не играть, насколько я это знаю, да, идут и берут интервью?
Дело в том, что у людей. Да, вот документальный театр подразумевает, ну, там есть много разных форматов документальных, да, методик в документальном театре. Вот есть, безусловно, что нужно идти брать интервью. Это могут быть какие-то газетные вырезки. Это может, вы понимаете, дело в том, что документальный театр, он известен давно. Чехов занимался документальным театром. Правда? Конечно. Не знал этого. Абсолютно, да. Вот. Просто все, так сказать, возвращается на круги свои. Вот. Да, это уже, мы уже современники, получается. Вот. И поэтому мы берем разные-разные истории. У нас несколько лет назад мы делали, как назывался? Шел трамвай. И действие происходило, ну, так сказать, условно в трамвае. Люди заходили, выходили, и они рассказывали, это как раз было перед событиями трагическими нашими в Украине. Вот. То есть это интересная, очень интересная вещь. Я хочу сказать, что вот в Германии театр Вербатим, оттуда вот сейчас пошли вот эти последние веяния, так они взяли в Бундестаге, за каждым депутатом был закреплен актер. И потом они показали, как работают депутаты, то есть вот эти актеры показали, как работает Бундестаг. И Германия была потрясена тем, что они увидели. Понимаете, когда они смотрят заседание Бундестага одно, но когда это делают это актеры, то это абсолютно был совершенно другой резонанс. Но здесь нужно, чтобы актеры были документально правдивы, не правда ли? Абсолютно, конечно, да. Но у нас, так сказать, у нас, к сожалению или к счастью, я не знаю, в нашем документальном театре нет профессиональных актеров. Это люди, обычные люди. Но они настолько откровенны, они настолько понимают, что они делают, вот, что порой иногда вот, актер не сделает то, что сделает обычный человек. А как относится? Это ж очень тяжело взять интервью, просто согласен или не согласен человеку, которого берут интервью. Как здесь, какие моменты бывают? Ну, это и курьезные какие-то есть. Курьезные, да? Мы, и бывают разные моменты. Вот они, вот мы начинаем говорить, идите, берите интервью. Да. Сразу такая, знаете, вот, ну, не хочется. Они приносят интервью, которое взяли у мамы и пап. Мы говорим, это не то. Они идут на улицу, говорят, а может быть там, я говорю, может быть агрессия, могут люди не дать вам интервью. И все время в интервью должна быть история. И приносится очень много интервью, которые просто уходят в никуда. Ну, интервью там, ну да, живем, хорошо живем или плохо. А вот найти интервью и взять историю, это для них, но когда у них получается, это такая ситуация успеха, то есть меняется отношение к жизни. Я взяла интервью или взяла, я это сделала, это хорошо. Да, это сложно, и работать в прямом контакте с человеком, человеку, который никогда... Вы же журналисты, вы умеете это делать. А наши актеры этого не умеют, но они учатся, и у них получается. Ну, курьезно, если хоть... И самое главное, найти какую-то очень интересную историю. Я вам просто расскажу, вот как я это делала. Да. Потому что я сама-то испытывала вот эти все эти чувства, потому что как можно кому-то рассказывать, если ты сам не испытал это? Вот когда мы делали спектакль «Шел трамвай», нам нужно было записать звук трамвая. Так. Вот. Я села в трамвай, взяла диктофон. И вот, ну ничего у меня не получается. Дверь мешает, там вот этот звон, когда он дзеленчит. Вот это мне нужно было сделать. Но ничего не получается. И я подхожу к водителю трамвая. Да. Красивый сидит такой красивый мужик в такой фуражке. Вот. И я у него спрашиваю, я ему говорю, слушайте, вы любите театр? Вот он, говорит, вот. Он говорит, да, вы знаете, я очень часто хожу в украинский театр. Я говорю, слушайте, мне вот для документального спектакля, мы готовим спектакль, мне нужен звон трамвая. Я говорю, у меня ничего не получается, потому что двери ваши туда-сюда вот ездят, шум такой. Он остановил трамвай, и он в течение там 2 или 3 минут, он мне дзеленчал. И трамвай весь сидел, он не мог понять, в чем дело. Но все сидели и не двигались. Пассажиры, да? Да, да, вот понимаете, и вот... Когда ты говоришь честно, когда ты говоришь искренне, то идет обратная реакция. Тебе доверяют. Вот, поэтому документальный театр, документальный спектакль – это классно, это здорово, это очень интересно.
Ну вот поэтому, ну, может быть, Лариса тоже. Вы знаете, тоже есть дело в том, что интересная. Мы писали очень много проектов, это же проект, и мы все время как бы продвигали театр. И вот уже второй раз, да, Министерство иностранных дел Германии нас поддерживает и дает финансирование, потому что они заинтересовались, их заинтересовала форма вот именно документального театра. Да, там и СУП у нас есть, и есть и арт-терапия, и есть коммуникации эффективные, но они посчитали, что театр сегодня, вот именно такое направление, это очень такая интересная, действенная форма. И буквально еще два слова. У нас была такая история, когда наш спектакль документальный «Один день из жизни» 13 февраля 2015 года принимал участие в международном фестивале «Южные маски». И у нас приехало жюри, все 12 человек, и Ирина Савченко начала сначала писать какие-то вот замечания. Я понимаю, что, боже, все будет плохо. И когда было обсуждение, она сказала: «Вы знаете, я спочатку писала якісь зауваження, а потім настільки достовірні були ваші актори». Що вона і там і сльозав на ідеї була, вона каже, це, що я писала, це все маячня, оце справжнє життя, яке відбувалось на сцені. І для мене це були ці слова дуже дорого, как бы, я восприйняла їх дуже позитивно, і це була оцінка нашої роботи. Ну, спасибо вам, і должен вам сказати, що я думаю, що от зараз ми закінчуємо цю передачу, пусть вона буде у нас перша, тому що мені дуже хочеться побачити драматургию вашу, ваш спектакль. Если вы там где-то у вас уже появится что-то новое или записанное, пожалуйста, позвоните мне и приходите. Мы поговорим о документальной драматургии, о документальном спектакле и о связи с жизнью. Хорошо? Да, хорошо. Спасибо. До свидания. Всего хорошего.